Приветствую вас, друзья, в GTA Online. С вами снова Роман. И сегодня финал задания дела супердоллары в автомастерской. Предыдущие два подготовительных задания я успешно выполнил. Отыскал транспортное средство, на котором повезут клише, установил на него маячок. Нашел программное обеспечение, необходимое для отключения охранных систем конвоя. Ну и теперь мне нужно остановить конвой, выкрасть клише и доставить их клиенту. Награда 185 тысяч долларов. Так, раскладка оружия. Дробовик, пистолет, не знаю, снайперская винтовка нужна мне, нет? Ну давайте возьмем тяжеловес. Не знаю, как там пойдет. Так, пойду один. Начать дело в одиночку. Ну попробую. Транспорт. Маска еще тут есть. Белую балаклаву, что ли, одеть? Смотрительный, с бронежилете. Давайте вот такой возьмем бронежилет. Готов к игре. Дело супердоллары. А я свой автомобиль, интересно, могу вызвать? Перехватите грузовик. Давайте попробуем. Механику набрать. Механик что-то не отвечает. Without me? You don't need no invite, baby. You got an all-year pass. I got your glass right here, baby. Soon as we done with these bank plates, why don't you just pull up, baby? Maybe. Alright, girl, I got the hint. We talk business first. Куда ехать-то? Now hit me with that plan again. This Korean boy we working for is hype. Been texting my ass all day. I don't understand shit. We got a tracker on the truck with the plates. We got the virus from our little hacker buddy to disable the security system. All we gotta do is stop this motherfucker. Get the printing plates and get away with our asses intact. Babe, you make this shit digestible as a motherfucker. And this Korean boy gonna pay. Hold up. Let me set this tub on energize mode. Oh, yeah, baby. Now I'm ready. Let's do this. Давайте это сделаем. Перехватить грузовик. Так, а куда ехать-то? Где он? А, вон он где. Понял. Так, еще разок я наберу. Механику. Мне бы танк не помешал сейчас. Или БТР. Ой, он мне говорит, перезвони. Блин, это значит, что я не смогу свой транспорт взять. Так, а где я могу взять танк? Ну, танк я могу в форте взять. Так, а если мы Мэри Уэзер позвоним? Traffic.
В данном деле недоступно. Блин, жалко. Кому еще мы можем позвонить? Пегасус. I'm sorry, all our operators are currently busy. Please call back later. Блин. Жалко, ребятки. Ну чё, куда он там едет? Придется воевать тем, что у нас есть. Блин. Там ведь вооруженная охрана будет. Так, микро-ПП, граната, пистолетик. Как воевать-то? Чем? Ладно, посмотрим, как пойдет. Hey, babe. This Korean. Mm-hmm. Which Korean? How the hell I know? I thought you weren't supposed to ask that shit. I don't know. I figured maybe it came up. Nah. Ain't nothing come up with these fools but the last party he at. Never ceases amazed to meet the shady ass motherfuckers you meet in the fucking green room at the nightclub. This dude start talking about super dollars and shit. How they the perfect counterfeits and my ears prick up. Next thing I know, he's asking me if I knew someone who could rob the printing place off a military convoy. Ha! For real? Yeah. I said I might know a girl who can set something up. You know, boom. And we out here. Болтают еще. Тут такое дело серьезное. Ладно, хоть машина скоростная. Когда заберу клише, смогу втопить и уехать на скорости. Hey, baby, you hear that? What? The sound that engine makes on the freeway. Maybe. Can't tell with your goofy ass splash around in that tub. Ain't nothing goofy over here in this tub. Listen, that gearbox is a motherfucking orchestra. Так, я почти подъехал, ребятки. Ну-ка. Сумка у меня. Так. Дробовик. Ну и там пистолет и пулемет. Понятно. Если из тачки буду выходить, то там у меня только дробовик из оружия. Никаких ракетниц, гранатометов. Ничего этого нет. Тяжело мне будет охрану в одиночку-то выносить. Так, я что-то не пойму. Грузовик уже выехал, что ли? Я форт-то проехал. Да, он уже едет. Блин. Догоняем. Догоняем грузовик. Ну, я не знаю, какая тактика пока. Сейчас посмотрим, какая там охрана. Я сейчас попробую с машины пострелять из пистолета-пулемета. Хоть тут я как-то защищен по машине. Есть еще второй вариант. Просто перекрыть дорогу конвою. Вылезти из тачки, из дробовика всех косить. Главное, водилу надо вырубить. Ой, уже вертолет летает. Перехватите грузовик. Ну и как мне вертолет уничтожать? Блин, так... А с вертолетом что делать?
По мне же откроют огонь с вертолета. Вертолет надо гасить, наверное. Стреляем по вертолету. Ой! Блин, жизни мало. Или знаете что, наверное, тут надо все-таки акцентироваться именно на грузовике. По-моему, все эти тачки, они бесконечные. Вертолет вообще тоже не знаю. Давайте, наверное, по грузовику будем палить. Так, а может водилу раздолбать? Вертолет по мне. Вертолет бы убрать, ребятки. Ага, фиг там его раздолбаешь. Так, вот, в туннеле самое оно. Блин, ребятки, я не знаю, как долбать. Вертолет еще. Гранату. Что граната далеко взрывается. Так, граната не работает. Блин, стекло надо раздолбать, лобовое. Водила, водила, водилу надо вынести. Слушайте, а чё он не дохнет? Я, по-моему, что-то не то делаю. Я уже там лобовуху разбил, у меня патроны кончились. С пистолетика стреляю. Блин, как нанести урон-то грузовику? Блин, я, ребятки, не знаю. А чё у меня? Патронов нету! Слушайте, я не знаю, надо как-то переигрывать. У меня всё, патронов ноль. Чё, какие варианты? Патронов нет. Чтоб как-то он в кювет, что ли, свернул. Странно, а почему водила не дохнет? Перевернуть надо как-нибудь его.
Я не понимаю, почему водитель не помирает. Я ему лобовуху разбил, боковое разбил. Машина может. Куда это он поехал? Он что-то развернулся. Машина. Я не знаю, это будет работать, нет? Как бы тебя, парень, спихнуть? У меня патроны сейчас и на пистолет закончатся. Смотрите, лобового ведь нет стекла. Он не подыхает. Грузовик взять меня, а? На грузовике ему путь преградил. Врезался. Смотрите, я им прям в бошку стреляю. Все, парень, ты застрял. Ну-ка, пойдемте. Можно вытащить из кабины. А как же ты не подыхаешь-то, а? Блин, ребятки, я не знаю, что делать. Грёбаный вертолет расстреливает. Стой! Странно, почему у меня на этот патронов нет? Да, ребятки, переигрывать придется. Я не знаю, что-то как-то не идет дело. Еще взрывчатки нанести урон. Если у меня взрывчатки нет, я как нанесу урон? Где он там? Да я сам не знаю, куда его везу. Он вообще по дороге едет, я нафиг сюда поехал. Дробовик не стрелял, сейчас начал стрелять. Переиграть надо будет. Фигня какая-то.
Урон не идет по этому грузовику. Вот тебя как-то надо. Гребаный вертолет. Ты взорвался? Ура! Они на базу приехали. Войдите внутрь грузовика через заднюю дверь. Блин, надо вот этих вот раздолбать, прежде чем выходить. Ой-ой-ой-ой, ребятки. Так, сейчас я уеду. Надо вот этих вот парней. Мне бы вот такой джипарь заполучить. Чё, они вылезли? Мне джип надо, ихний. Там на джипе пулемет, по-моему, стоит. Есть. Сейчас мне хана будет. Так, броники у меня есть? Есть. Ох, а чё у меня? Заработал. Это ведь не работал. Так, зайти в грузовик. Блин, да вы еще тут? Я думал, вы уже все, уехали. Нет, ребятки, они нифига не уехали. Но пока эти свиньи там катаются, мне тяжеловато будет. Блин, там, по-моему, уже вертолет летает. Так, где грузовик? Грузовик. Все, меня нету. Переигрывать придется.
Так, войдите внутрь грузовика. Y'all inside? Oh, that's my shit. Don't forget you got that virus. It's the only way you getting past security. Cocksucker. Oh, fuck! Yo, 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 is that it? That was pretty fast, y'all. Я люблю, конечно, не дробовики, а автоматы. Нету здесь. Hey, yo, we need all them plates. Full set, or it's worth nothing. Здесь. Хорошо, хоть не сначала пришлось, видели как? Я нажал быстрый перезапуск, и меня тут же... Не, ну как вам грузовик остановить, я без понятия. Столько я ему урона нанес. What channel? Any of them. Все, выходим. Oh, that's us, y'all. Shit. Y'all look bad as... They got like news drones on y'all or something? Uh-huh. We famous. You see what's coming? Не понял. Oh, y'all better move. That's like a whole ass army on the А я клише-то ведь взял или не взял? Pick this shit up. Hey, don't be bringing no special ops motherfuckers to the drop off. Lose that shit. Вертолет за мной. Клише 4 кружочка с крестиками. Это что значит, что я их взял или я их не взял? Крестики что обозначают? Будем надеяться, что я их взял. Вертолет. Ой, взорвался. Он там в мост врезался, что ли. Ладно, хоть машина скоростная. Будем обходить. Привет! Джипарь. Доставьте клише клиенту. Мне или за дорогой следить, или вас читать. Что вы там базарите, я не знаю. Я, наверное, на дорогу смотрю. Hey, Kay. I've been thinking. This Korean dude. He gonna pay us in real dollars or super dollars? Real dollars, nigga. That shit hit my account before we hand over them plates. Ah, yeah. That's business, baby. You still in that tub? Hell yeah, baby. Popping a cork now. This shit is in the bag. Order another bottle. I'm on my way. Don't worry about it. I got you, baby. What up, though? I need some room service in this bitch. I need some champagne, some liquor. What you got? I need something up in this motherfucker. Now. Почти приехал. Подземный гараж. Yo, party boy said you got there. Hell yeah. That motherfucker paying out right now. Это что за ребятки? Все, я доставил. А, вот сумочку им отдаю. А это что такое? Мне денежку дали? Пройдено. 166 тысяч. А что-то меньше мне дали денег. Почему? Там же 185 должно было. Так, 185 тысяч. А, доля кассанты 18500. Заказ выполнен, понятно. Эти двое 18 тысяч взяли. А я заработал 166.
Ну тоже неплохо. Сейчас мне позвонят, наверное, со мной свяжутся. Плюс 75 тысяч. Награда. Ага. В магазин зайти нельзя. Так. 476 тысяч у меня на руках, блин. Столько денег скопилось, много. Надо положить в банк. Так, ну-ка. Так, ну ладно, ребятки, на этом я заканчиваю. Дело супердоллары выполнено. И отправлюсь теперь в автомастерскую, чтобы брать следующее дело. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам понравилось. И не пропустите следующее видео. Как раз вот мне KJ звонит. Новые заказы. На доске доступны новые заказы. Будем делать. Все, до следующей серии. Всем пока.